Всем привет! Сегодня хотел бы я сделать обзор на такие кроссовки. Кроссы называются Reebok Fury Late. Вот так они выглядят. Очень легкие, мягкие, удобные. Пропускают воздух. Мне очень понравились, я вот решил сделать обзор на вот такие кроссовки. Вот. Очень мягкие, как я говорил. Были еще белые, но белые были чуть большие на меня, так я взял. Я взял черные. Вот. Я заказывал их через интернет в шведском магазине. Заказал их через интернет, и потом на следующий день они пришли в магазин, и я пошел и забрал их. Вот. Заплатил я за них где-то 600 крон, шведских крон. Это 69 долларов. Где-то приблизительно 69 долларов. Вот. И что я хочу сказать. Я советую всем эти кроссовки, потому что они летние, мягкие, легкие, удобные. Вот. И да, вот так еще раз они выглядят. Так, подошва. И здесь такая сеточка, вот здесь проходит воздух тоже, вот сеточка. И здесь по бокам дырки, очень удобно, не надо зашнуровывать, просто одел и все. Вот, ну, я рад, что я купил их. Вот, вот так они выглядят уже на ногах. Очень легкие, удобные, мягкие. Вообще красота. Самое то на лето.